Друзья, ну что, раз на улице у нас холодно, мороз, снег, значит, будем делать с вами оладушки мясные. Для этого нам нужно полкило. Взяла я грудки куриной, два яйца, две луковички, это где-то примерно 150 грамм, чайная ложка адыгейской сольки, чайная ложка сушеного чесночка и пол чайной ложки молотого перца. А еще нам нужно будет 150 миллилитров молочка и 5 столовых ложек манной крупы. Для начала перемолим. Сейчас мы с вами куриную грудочку. Так, ну вот, мы превратили грудку в фарш. Сюда же мы перемололи, а значит, лук. Добавляем черный перец, добавляем сушеный чесночок и добавляем сольку. В моем случае это адыгейская. Обожаю эту соль. А значит, яйца, молоко и 5 столовых ложечек у нас сюда пойдет манной крупы. Все хорошо перемешаем и дадим настояться минут 25. Раз, два, три, 4, 5. Сейчас хорошо перемешаем и даем настояться. На хорошо разогретую сковородочку выливаем 5 столовых ложек растительного масла. Выкладываем, берем вот так вот ложечку столовую. Вот так формируем ложечкой котлетку красивую или оладушку. Слегка прижимаем, притопываем хулиганку эту. Да, вот так вот. И, значит, убавляем температуру и на среднем огне по 5 минут с каждой стороны жарим под крышкой. Посмотрите, какие ароматные оладушки у нас получаются. А запах чесночка, специй. Ай, вкуснятинка, неудобно одной рукой. Но мы сейчас, значит, также переворачиваем. И под крышечкой еще 5 минут в другую сторону. Ой, запах. Первая партия у нас пожарилась. Как, Ян, котлетки? Вкусные котлетки. Вкусные? Я рекомендую. Всем рекомендует, ну ясно. Сейчас попробуем мы. Сочно. Чесночок. Сольки хватает вообще. Точно рекомендую. А еще, кто любит овсяный кисель, очень полезный. Если вам интересно, расскажу рецепт.